Сапраўды так, панядзелак, і ён прававы, і гэта цудоўна, 20 мая. Зноў нагадваю вам, паважаныя сябры, так. 20 мая спікеры нотарыусы ў нашай студыі ёсць. Мінская гарадская натарыяльная акруга, я не памылілася, Вероніка Літвінка і Святлана Шындар ў нашай студыі зараз знаходзяцца. Ну а тэма ў нас, глядзіце, яна шырокая з аднаго боку і вельмі актуальная з другога. Заключэнне пагаднення ў дамоўленасці ў сферы сямейна-шлюбных адносін. Если па-рускі, заключэнне саглашэнні і дагавора ў сферы брачна-сямейных адношэнь. Што ж это за дагавор? Такие. Доброе утро, доброе утро, уважаемые спикеры. Доброе утро. Ну вот, синхронно, значит, будем договариваться сегодня. Вообще, если мы говорим про брачно-семейные отношения, ну что, это брачный договор в первую очередь, наверное, да? В первую брачный договор, да, раз брачно-семейные самый отношения. Самый такой объемный, да. В нем можно много чего многофункциональный, предусмотреть. Если так можно сказать. Но... Я бы, может быть, начала все-таки с соглашения о детях. Все-таки это семья без детей, как бы не очень семья. Не совсем семья. Не полная ячейка общества, да? Примерно так. Дело в том, что брачный договор заключают супруги, а вот соглашение о детях заключают родители. Независимо от того, в браке они были ли когда-нибудь, или они сейчас в браке, или разведены, это вообще не имеет значения. Главное, чтобы это были родители. Иногда задают вопрос, а спрашивают ли детей? Вот родители там о чем-то договариваются. А спрашивают ли детей, вот, допустим, с кем ребенок хочет жить, или, допустим, а хочет ли ребенок вот воспитываться вот в таком вот духе, вот в этой вере. А это все прописывается вот в этом соглашении? Соглашение о детях. Я думала, много соглашение вариантов. О детях – это выезд, даю разрешение на выезд. В том числе. Бабушка с дедушкой, учителем. Да, и все. Тут, оказывается, с кем жить будет? С кем жить будет. Можно и алименты здесь предусмотреть. Хотя для алиментов есть отдельное соглашение, но и в соглашении о детях. Порядок общения. Главное, как воспитывать ребенка, как его воспитывать, в каком духе, в какие кружки он будет ходить, кто этим будет заниматься, кто будет куда его возить, где он будет отдыхать. Но это, я так понимаю, та ситуация, когда родители расходятся или уже разошлись. Ой, зачем же? Это же можно сделать и тогда, когда... А так они не могут договориться, кто на какой кружок, когда повезет чадо свое единственное. Могут. Кстати, по поводу, могут ли родители... Если родители договорились, ребенка уже никто не спрашивает. Ребенка спрашивают только в суде. Если родители не договорились и спорят по этому поводу, вот тогда уже суд будет спрашивать ребенка, правы ли родители или нет. А если родители вдвоем гнут одну линию, значит, ребенка уже не спрашивают. Почему это нужно прописывать? Потому что сегодня договорились, завтра передумали. Ну что, у меня, например, вот такое было в семье, что ребенок ходил на один кружок, а потом перестал ходить, потому что это было тэквондо, и мне было неприятно смотреть, как мою дочь лупит ногами по голове. И мой супруг, например, очень хотел, чтобы она продолжала, а я была категорически против. Так вот, если бы мы заключили соглашение о детях и договорились, что она будет ходить, то я бы не смогла отказаться от этого. Понимаете? То есть это реально, это договор. Взялся за гуш, не говори, что не идёшь. Но при этом соглашение, в принципе, как и любой договор, в любой момент можно отменить, либо его видоизменить. Расторгнуть по соглашению сторон. Да. Либо в судебном порядке. Может одна из сторон при недостижении согласия обратиться в суд. Хорошо. Если мы говорим про это соглашение о детях, оно у нас начинает действовать тогда, когда родители пошли к нотариусу, и до 18, 16, до скольки лет? Не всегда, до 25. До 18 лет, это потому что у нас дееспособность ребенка наступает 18 лет. Да. То есть это ребенок уже сам может от всего отказаться? Сам все решает. И от рисования акриловыми красками. Уже скажет, хватит. Музыкальная школа закрыла свои двери для меня сегодня. Примерно так. Но... Если речь идет еще об алиментах, вот знаете, как иногда бывает, что родители говорят, что буду платить ребенку, буду оплачивать ему отдых и буду оплачивать обучение, вот пока он не закончит вуз, например. Но там больше, наверное, алиментные обязательства у нас до 18 идут, а уже это содержание ребенка уже, да, период его обучения, допустим, или как любят прописывать, получающий первое высшее образование. Mm-hmm. Вот буду оплачивать до тех пор. Это можно тоже прописать в этом соглашении, как и в соглашении о детях. Да, в соглашении о детях это можно прописать. И это уже серьезное обязательство, от которого не откажешься. Это же денежное обязательство.
Спрашивают часто, да, а до скольки лет? Можно ли там до 30, там, до 40 лет? Пока ребенок с мамой живет, да? До 50. Как это, что за мать, и что до пенсии не догадует дитяти? Действительно. Вот, ну, я считаю, что, в принципе, не ограничено, конечно, все, но соглашение ни в коем случае не должно противоречить основным началам брачно-семейного законодательства. У нас какие основные начала? Что... взрослые родители беспокоятся о несовершеннолетних, а совершеннолетние дети заботятся о нетрудоспособных родителях. И если уже родителю близко к пенсии, то, извините, уже ребенку надо подумать о том, чтобы не только себя содержать, но и родителям помогать. Я не понимаю, честно говоря, вот меня всегда очень интересует один моральный аспект. Ну, как родители не могут договориться в семье? Ну, обыкновенно. Я понимаю, хорошо, разводятся, да. Тогда уже, наверное, заключают какие-то соглашения. Но как в семье, будучи бок о бок 24 часа в сутки, не договориться, кто поведет ребенка в садик? А на всякий случай. И заключать договор? Ну, если вдруг что, ну, у тебя ну, есть договор на руках. Ну и что? Ну, у нас мы все разные. Он исполняет договор, он пошел на работу. Ну и что, мы все разные, понимаете, у каждого свое понятие, это может моральная какая-то сторона, этическая, да. То есть у нас в кодексе прописано, что родитель – это не право на содержание, а обязанность. То есть каждый родитель обязан содержать своего несовершеннолетнего ребенка. У нас почему-то, ну, в основном это, конечно, папы. Mm-hmm. Бывают случаи, что и мама у нас не совсем такие благополучные. Mm-hmm. Да. Они забывают, что у них есть эта обязанность по содержанию, и вот начинаются... По содержанию, по воспитанию. По воспитанию. А вот вы говорите, что-то, что... не договориться, кто... Mm-hmm. А можно же, знаете что? Да, и принудительно исполнить невозможно. Ну, мы не говорим про в садик. В садик-то уже найдется кому. Сам пойдет. Сам пойдет, в конце концов, да. Научат и пойдет. Мы говорим о других, более глобальных вещах. Допустим, кто-то из родителей этого не делает. И речь идет не о деньгах, а как, что-то он должен сделать физически, но не делать. Действительно, обязать его сложно. Но знаете, что можно предусмотреть? Штрафные санкции в случае, если он этого не делает. А какие тогда доверительные отношения? А что ты все с отношениями в семье? Это очень правильно, это очень разумно. И именно из-за того, что это отношения, взаимоотношения в семье, эти договоры, поскольку имеют такой личный характер, угу. они не заключаются по доверенности, между да. прочим, надо иметь в виду, что ни брачный договор, ни соглашение о детях по доверенности у нас не заключаются. В отличие, наверное, хотя тут тоже есть спорные вопросы, знаете, есть же соглашение о, уже после того, да, разделе имущества нажитого в браке. Вот. Тут уже, знаете, говорят, что можно и по доверенности. Почему? Потому что уже, когда нет никаких отношений, есть только имущество, голые имущественные отношения. И, кстати, на сегодняшний день соглашением нельзя изменить доли. Так, сейчас соглашением о разделе. То есть да. единственный документ, по которому можно определить неравные доли, скажем так, это только брачный договор. Все остальное это у нас только равные, то есть по одной второй доли в совместно нажитом имуществе. Будь то соглашение о разделе имущества или это отдельный вид, скажем так, свидетельства о праве собственности, там всегда четко одна вторая доля. Вот в брачном договоре, пожалуйста, можно мне, доли мне дали да, денежку родители, мы купили долю, поэтому моих, допустим, тут 3/4 доли, 1/4 супруга, мы вот так полюбовно разошлись. Хотя говорят, что... говорят. Говорят, коллеги говорят. Нет, просто законодательство, конечно, будет меняться, и, наверное, соглашением можно будет изменить и доли. Вообще, зачем эти доли? Зачем их определять, эти доли? Вот смотрите, есть соглашение о разделе имущества, нажитого в браке. И мы реально понимаем, что на самом деле все, что они нажили, является их общей совместной собственностью, и доли их равные. На сегодняшний день соглашением изменить размер доли невозможно. Они равны. Исходя из равенства доли, и происходит раздел имущества. Допустим, у них есть квартира и автомобиль, и они хотят разделить так, что одному квартира, другому автомобиль. Ну, автомобили ну, бывают разные, квартиры есть. Тоже, но большей частью, конечно, квартира дороже, чем автомобиль. Как устраняется вот эта несправедливость? Компенсации. Компенсация может быть денежная, а может быть и не денежная. Допустим, у супруга, да, есть какое-то добрачное имущество или по наследству ему что-то досталось, и он может вот таким образом компенсировать
вот эту вот долю своему, своей супруге уравнять. Доли, да. То есть на сегодняшний день соглашение должно быть ровненькое, ровненькое. Хотя, еще раз повторю, что законодательство может поменяться, тогда доли супруги могут менять. Что это означает, что они меняют долю? Допустим, мне положено 1/4, тебе 3/4, с учетом того, что с тобой дети остаются. Ну, к примеру, потому что суд, например, же, он же может отойти от равенства доли на сегодняшний день. А и это что означает? Что вот раз тебе четверть, вот и получи машину. А мне 3/4. По стоимости будет это квартира. Будет квартира. Вот так мы и разделимся. Тогда ни о какой компенсации уже, естественно, речь не ведется, потому что доли разные. Но это то, что касается уже брачного договора. Это раздел. Это раздел. Когда... Да, о разделе имущества, нажитого в браке. Его можно заключать как во время брака, так и после расторжения. То есть главное, чтобы... То есть чтобы... это отдельный тоже еще отдельный. Отдельный, да, это соглашение о разделе имущества, нажитого в браке. Да, это и именно вот этот предмет. Хотя делить имущество в браке можно и в брачном договоре. Представляете, насколько брачный договор, он может включать в себя все. И соглашение о детях, о котором мы говорили, мне кажется, это самый универсальный вот этот договор в брачных семейных отношениях. Получается, если я там все хочу? Нет. Чуть-чуть дороже. Нет, имеется в виду брачный договор, там стоимость всегда одна. Будь то это машина у вас оговорена, либо это 10 видов вашего имущества, включая элементы соглашения о детях, алиментные обязательства, стоимость будет одна. Да, да, на двух листочках, либо на 17 брачный договор, вот цена одинаковая. Вот это хорошо. Цена одинаковая, да, с учетом того, что у нас как бы вот есть брачный договор, ну, конечно... Ну, по моему мнению, сюда лучше все-таки включать вот эти имущественные какие-то отношения, именно касательно супругов, либо лично неимущественные, да. Соглашение о детях, соглашение об уплате алиментов, это, ну, все-таки они такие более узкие, и в случае, если не будет выплачиваться алименты, можно обращаться там в суд, потом к судебным исполнителям, да, и уже вот у них один вот этот документ, это соглашение, и он рассматривается, никто не видит, что вот там у вас дома, где-то 1 000 000 квартир, и все в порядке. Ну, конечно, стоимость... Иными словами, кроме брачного договора, все остальные документы, которые касаются брачно-семейных отношений, они могут быть заключены как и в браке, так уже и без него. И после, да. Брачный договор это всегда в браке, а все остальное, да, оно реально может быть и вне брака. Ну, причем что еще? Соглашение о разделе только после брака. То есть имущество-то должно быть нажито в браке официальном. Да, но в брачном договоре же у нас, допустим, есть... Мы можем оговорить содержание супруги, допустим, после расторжения брака. Конечно. Это длящийся договор. Даже если они разведутся, решили, допустим, я сегодня выплачиваю тебе 1000 рублей. Вот и в завтра течение 1000, года. И послезавтра, да, 1000. А через договор. Неделю у меня уже, ну, материальная сторона поменялась, да, и, соответственно, мы можем нести изменения касательно вот содержания моего. Более вот того, если второй супруг не пойдет на это изменение договора, то первый, который взял на себя такие повышенные обязательства содержать супруга уже бывшего после расторжения брака, может обратиться в суд. И в судебном порядке вот требовать изменения или даже расторжения договора. Давайте еще раз мы вот 1, 2, 3, какие документы мы можем заключать, пока мы еще в браке, то есть те, что не зависят от того, в браке, либо уже после расторжения брака, и какие документы только после расторжения брака заключаются. Хорошо, а давайте о чем вообще, они вообще говорят в общем, нам? Какие бывают виды, да, вот эти. Итак, первое, брачный договор, он всегда только в браке. Второе, соглашение о детях, независимо от того, в браке, не в браке, были, не были вообще, просто родители. Соглашение об уплате алиментов, просто родители. Соглашение о разделе имущества, нажитого в период брака. Это могут быть супруги, могут быть бывшие супруги, но имущество должно быть нажито в браке. И носим у нас...
Ну, еще как бы отдельно, это не соглашение, скажем, не договор, но тоже регулируют имущественные вот эти отношения супругов, это свидетельство о праве собственности. Тоже может быть заключено как в браке, так и после расторжения брака. Но это не совсем соглашение. Не заключено, а выдано, скажем так. И особняком стоит договор суррогатного материнства. Его то включают в брачно-семейное соглашение, то не включают в брачно-семейное. Я склонна все-таки немножко включать, потому что в итоге рождается ребенок. Да, в итоге рождается ребенок. Но вот, это тоже только в браке, наверное. Суррогатное? Нет, дело в том, что генетическая мама может быть в браке, а может быть и не в браке. Интересно, что генетический папа не может заключить договор суррогатного материнства, только женщина. Только женщина может дать. Но просто если она... у нее есть собственный генетический материал, то она может использовать и донорские мужской генетический материал. Вот. Но если она не в браке, то она не может воспользоваться донорской яйцеклеткой. То есть вот тут есть такой нюансик, потому что ребенок должен быть связан тогда с ней генетически. Если нет, то... То никак. Да. Да, если она не в браке. Так вот, все эти соглашения... о которых мы говорим, брачные, соглашение о детях, соглашение об уплате алиментов, соглашение о разделе имущества, брачно-семейное, чем они уникальны? Они всегда требуют нотариальной формы. То есть без нотариуса их заключить нельзя. Когда они вступают в силу? Конечно, если соглашение требует нотариальной формы, то с момента нотариального удостоверения. За исключением брачных договоров, если в них содержатся условия об имуществе, о недвижимом имуществе. В этом случае эти условия вступают в силу только с момента государственной регистрации. Но еще хотела сказать по брачному, да, тут мы можем говорить и в браке находящиеся, но тут же можем оговаривать и про будущих супругов. Mm-hmm. То есть, да, и тогда вот этот брачный договор уже будет вступать в силу со дня регистрации брака, да. То есть заранее подготовились люди, пришли со своими какими-то вопросами. Да, приходят они уже, вступая в брак, скажем так, обезопасили себя в будущем. Живут долго и счастливо, понимая, что урегулированный вопрос... у них все хорошо. Но опять же, дорабатываться, грубо говоря, эти договоры в браке, например, вот брачный договор может... Изменения вносятся, конечно, могут. Это не окончательное решение. По соглашению. По соглашению сторон. И вот смотрите, какая интересная ситуация получается. Достаточно часто бывает, что начинают строительство люди до брака. Начинают строительство, вносят первые взносы, там родители собираются всей семьей, значит, закидывают эти деньги. И вот люди заключают брак и понимают, что сейчас право собственности еще не возникло на квартиру, потому что она еще строится. Mm-hmm. Ну вот она вот уже последний взнос внесен, вот сейчас она будет построена, и что получится? Она построена в браке, значит, возникает общая совместная собственность. Для того, чтобы этого избежать, супруги еще, будущие супруги заключают брачный договор. И вот смотрите, какая ситуация. Значит, их брачный договор должен вступить в силу с момента регистрации брака. Но речь идет о квартире, о недвижимости, которая поступит в собственность в будущем. В этом случае, когда вступит в силу брачный договор, даже вот это условие про квартиру, оно не вступит в силу еще с момента заключения брака. Оно вступит в силу тогда, когда квартира будет построена, и один из супругов пойдет регистрировать право собственности. Вот одновременно с этой регистрацией и вступит в силу, будет зарегистрирован брачный договор и вступит в силу это условие. Кстати, очень часто люди забывают брать брачные договоры на регистрацию недвижимого имущества, при этом думая, что это моя квартира, там моя дача, хотя на самом деле это не так. Потому что не твоя, да, и на эту квартиру распространяется режим общей совместной собственности, и очень часто вот они потом разводятся, приходят, говорят, это ж моя. На самом деле не моя. Да, поэтому тоже надо помнить и... Купили что-то, и бежим вместе с этим договором купли-продажи и брачный с собой нагрузку. Брачный с собой всегда. Если речь идет о недвижимости, и условия недвижимости прописаны в брачной, на регистрацию недвижимости нужно ходить с брачным договором. Практически всегда с брачным договором нужно ходить. На заключение каких-то вот таких сделок. А вообще, когда мы вот эти все документы заключаем, лично приходят там будущие супруги, супруги или бывшие они супруги? По доверенности мамы и папы? Нет. Нет. По доверенности они не приходят. Это, как вы правильно заметили, здесь все-таки личные отношения имеют значение. Брачно-семейные, семья.
и очень важны личные взаимоотношения. Поэтому по доверенности эти договоры не заключаются, да, и нотариус не удостоверит их по доверенности. То есть просто пришли с паспортами муж, жена? С паспортами, да, свидетельство о заключении брака. Хотела сказать, что в любом случае всегда нужно прийти на консультацию к нотариусу, оговорить все моменты, и может вам не понадобится тоже соглашение о детях, да, и вам нужен будет брачный договор, потому что у вас очень много имущества, которое вы тоже хотите оговорить. Скажем так, это расходы уменьшаются, да, супругов. Да, можно вот сделать. Либо, может, у вас вы решили брачный договор, но при этом у вас только, не знаю, алиментные обязательства по детям. То смысл вам в брачном договоре, когда можно заключить отдельный вот это соглашение об уплате алиментов и разойтись. То есть поэтому на консультацию к нотариусу он вас выслушает, все изучит, и скажет, какой пакет документов нужно предоставить, если чего-то не хватает, запросит сам. И потом придет в путь. Да. Да, иногда бывает, спрашивают у нас, дайте, пожалуйста, шаблон. Или там в интернете ищут шаблон брачного договора. Так вот, шаблонов брачных договоров в принципе не существует, потому что брачный договор — это единственный договор, который самостоятельного предмета не имеет. То есть что стороны хотят... Что стороны хотят, то и будут оговаривать. Что не хотят, то оговаривать не будут. Ну, вот так получается. Заключили договоры в добрый путь, в счастливую совместную жизнь. Хочется верить, что это будет именно так. Спасибо огромное за беседу, за ответы на наши вопросы. Нагадаем, что нотариусы Минской городской нотариальной округи сегодня были с нами. Вероника Литвинко и Светлана Шиндар. 9:56. Надея Лысенко уже у студии. И это значит, что новины. Так. Раніца з Беларускім радіо. Сустракаем новый день разом.